Я никуда не ходил, никакие караоке никому не подкатывал. Надо увидеться, увидимся. А ну подойди к трубке. На, все. Жорик, это кто звонил? Жена звонила, невозможно разговаривать с человеком с этим, слушай. Просто через 3 секунды прямой эфир, я поэтому волнуюсь. А хоть через 15 секунд, что ты докопался до меня? 2 секунды, 1 секунда. Ра-на-на-ти-най-тай-на-на-на-на-нам, там-там. Ра-на-ни-на-на-ти-на-на-на. Тим-там-там. Жорик. А? Прямой эфир идет, что, а? Да хоть кривой эфир. Добрый вечер, уважаемые жители Пятигорска, с вами я, Жорик Вартанов, вы смотрите СФКФ ТВ, и у нас срочная новость. Я ухожу из телевидения, все! Что? Все, ухожу из телевидения, все, прошла моя эпоха, и мне поха на это телевидение, если честно. Жорик, что с тобой сегодня? Ты почему нормально не можешь новости... А то, Рудик, то! Что? Короче, один день, я прихожу вчера домой, интернет включил, тёлки, смотри, там... Ты что, ты понимаешь, у нас прямой эфир идет? А, ну, короче, в общем, я зашел в интернет и смотрю, статья написана. Вася, сколько зарабатывают блогеры в интернете? И что, какая разница, сколько они зарабатывают? А столько, Вася! Я с них худею, Вася, сколько они зарабатывают! Они наш рот с тобой зарабатывают 500 раз больше, чем мы. А что ты хочешь, Жорик, потому что они в 1000 раз талантливее тебя, моложе тебя, умнее тебя, поэтому и зарабатывают! Кто? Они умнее, да. Они талантливые. Да. Что вы говорите? Это вот, знаешь, вот это неприятное, оскорбительное слово, которое используют. Какое оскорбительное? Дневник хача вот это, который. И что? И то, это дневник хача. А ну опусти камеру чуть-чуть ниже. Если ты возьмешь дневник хача, я ежедневник хача тогда. Я еженедельник тогда я хача, понял? Я отрывной календарь хача, вот я переверну, и я снова отрывной календарь Жорик, хача. Ты можешь пойти подожди, говорю, я один день в Москву приеду, я тебе найду. Я заберу у тебя это название, оно вернется его законному праву Вася, обладателю Вася, понял? У тебя даже словарного запаса нет. Человеку объяснить, что ты хочешь. Не плюйся в студию, у нас прямой эфир идет. Я извиняюсь. Ты что, как мутант себя ведет? Да потому что надоело мне уже это. Вот тут это, Вася, мне потому вот тут уже. Ты всегда не прав, ты очень старый для интернета. Интернет Вася, кто старый? Разнервничался, просто не могу. Sorry. А? Что ты делаешь? Сигарету убери, это телевидение, нельзя показывать сигарету в эфире. Вот, вот, а в интернете можно показывать это. Вот, можно курить в интернете, можно вот так можно делать. Можно вот так взять, стоять вот так. Что? Хочешь, Вася, то и делай. Это не интернет, это телевидение, у нас прямой эфир идет. И что? Я хочу в интернет, там, слушай, там в интернете можно, блядь, говорить. Заткнись. Я что? Что я? Знаешь, кто это сказал? Это у Дудя сказал, Вася, Познер, вот этот лисий авторитет. Он на интернете сказал, а ты на телевидении сейчас говоришь. Я тоже хочу в интернете, блядь, говорить. Я имею право или нет? Я хочу говорить, блядь! Заткнись, нас дети смотрят. Я имею, я свободный человек. Хочу говорить, блядь. На телевидении, бля, буду, не буду, блядь, говорить. В интернете, бля, буду, хочу говорить, блядь. Жорик, перестань, сейчас ты на телевидении, весь Пятигорск на тебя смотрит. Нас уволят с телевидения из-за тебя, ища. Пусть уволят, я ухожу с телевидения. Пока, телевидение, я плевал на тебя, телевидение, с высокой колокольчиком. Давай, забирай свою шарманку, пойдем. Куда ты пошел, новости сюда? Пойдем, я тебе говорю, сейчас такое будем делать. Давай, уважаемые телезрители, до свидания, больше с вами никогда, блядь, не увидимся. Куда ты уходишь? Я камеру настроил. Да уже давно камеру настроил. Я не понимаю, мы 2 километра пешком куда пришли? Пойдем, короче, сейчас мы познакомимся с самым популярным человеком в Пятигорске. Самым известным это популярным кто? Человеком. Жорик, сейчас узнаешь, слушай. Стой, здорово, здорово. Слушай, где здесь живет это Руки-Базуки? Он здесь, походу, рядом где-то живет. Руки-Базуки? Да, да. Вот, в этом доме, 3-й подъезд. От души, спасибо, братуха. Пойдем, пойдем. Спасибо. Это самый популярный пятигорчанин, самый известный блогер. Ты молодец, я хочу сказать, знаешь почему? Вот эти, Вася, банки, красота. Жорик, кто это? Отлично. Красота. Эти, слушай, шварценеггеры, это всю жизнь качаются в качалках, это пердят под штангами, чтобы такую форму иметь. А ты раз пару укольчиков сделал, и все, вот она, русская смекалка, молодец. Молодец. Хорошо, ты уйдешь в телевидение, ты пойдешь в этот интернет, что ты будешь там заниматься? Новости читать будешь? Интервью буду брать. У кого? Я вот у кого? Дудь берет интервью, я знаю, что сделаю. Что? Я у Дудя возьму интервью. Да ладно, и какие ему вопросы будешь задавать? Что ты, Матя, за вопросы мне говорить? Как затонировать приором свои примитивные вопросы? Я так прощу, никто не спросит, что ты спросишь? Я приду и скажу, Дудь, а вот такой тебе момент скажу. Идешь ты по улице, к тебе гопники подошли. Подходит тебе гопота, говорит, жопу раз или вилкой в глаз. А?
Что ты ответишь? Что ты ответишь, Дудь? Что? И ты тоже не знаешь, Рудик, что ответить. А я знаю, ответить? Я знаю, тебя спрашивают, жопу раз или вилка глаз. Надо говорить, что-то я среди вас одноглазых не вижу, вас. Давай. А ему можно остальным задавать вопрос, ты дрочишь или нет? Почему ему можно, мне нельзя? Ты придурок, пойми, тебя в интернете никто смотреть не будет. Чтобы в интернете раскрутиться, нужен кто-то из друзей, кто тебя отрекламирует в Ютубе, кто скажет, подписывайтесь на Жорика Вартанова. У тебя есть такой человек в Пятигорске? Нет, сиди, помалкивай, читай новости. Ну ты прав, Рудик, ладно. Что... Есть, подожди, слушай, я знаю. Ва, я свой верный хавар, я знаю этого человека, Рудик. Братуха, одну просьбу имею. Не откажи, по-братски. Смотри, что хочу замутить. Короче, я хочу, братуха, в Ютубе, ну, блогером стать. Понимаешь? Чтобы лайки были. Чтобы лайки были. Не указывай мне, Рудик, я знаю, что а я что говорю. Что мне говорить? Ты должен сказать, лайки, 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 чтобы сыпались. Лайки, как гильзи у Рэмбо. Вот так, чтобы сыпались вот так вот. Хочу, чтобы ты вот так, ну, как бы вот туда сказал. Подписывайтесь на канал Жорика, там, уважуха, тудуха, там. В принципе, я могу, но это не за бесплатно. А ну, понятное дело, я бабки имею тоже. Мы с Рудиком не бедные люди. Сколько скажи, и все, елки-палки. 4000 рублей. Что? Ты кого себя возобновил, а? Ты думаешь, вот эти банки ты накачал, нафига ты туда вот эту сгущенку, короче, запихал? Пойдем объясни. Отсюда, говорю. Я понимаю, Рудик, если бы хуй на эту сгущенку запихал, но сюда зачем это сделать? Никто тебе не поможет. Вот так делай сиськи еще, перерисуй туда. Я тебе говорю, пойдем отсюда, все, или, все понятно. Может, ты по-другому хочешь поговорить, спасибо а? Вам большое. Не нравится, не сотрудничайте со мной. Ты как базаришь, я а ну подержи эту барсетку. Хочешь, может, по-мужски поговорить? Жорик, а? Не надо, пошли говорить. Хочешь по-мужски поговорить? Давайте поговорим по-мужски. Опа, Жорик, ты говори, вообще пошли. Страх потерял. А ну держи эти часы. Пока часы одуют, ты можешь передумать еще. Смотри. Пиджак тоже сними, это Овика подарок. Нет, для твоей пиджак коллекции. Не сниму, я в нем чисто все свои дела делаю. Хочешь один на один поговорим? Ты, я и Рудик, давай. Давай хочешь, поговорим. Ты давай. Вообще что ли бесстрашный, да? Рудик, походу, звони Дядловику полицию, пусть там на пожизни сейчас один придет, я приду. Жорик. Душу, да. Жорик. Да. Как ты, Жорик? Нормально, братуха. Что нормально? Ты снимаешь, что ли? Я не понял. У тебя уже весь мозг, Витик, через нос. Может, нормально. Скоро мы поедем, защитим. Имею, кровь имею. Вчера вино пил нормально. Жорик, тебе неплохо? Уважаемые подписчики, из-за того, что на Ютубе нельзя выкладывать сцены с насилием, жестокостью, вы, к сожалению, не увидите, как я уничтожил вас, этого руки базуки. Ты, кому ты врешь? Я стоял рядом, смотрю. Я руки вырвал вообще, там одна валяется где-то. Что эти банки, несешь? Сгущенки у него там где-то еще. Жорик, вот тебе не стыдно, я рядом стоял, ты лежал на полу, кричал, милиция, что милиция. Ты мечиваешь? Это хайп, ты не понимаешь. Ты асфальт ел, что значит хайп? Это шумиха, надо это делать такое. Это Ютуб, ты правильно не знаешь Ютуба. Какие правила Ютуба ты на себя короче, посмотри? Короче, все, свою шарманку придержи. Кого ты берешь шарманку? Варежку прикрой свой. Слушайте меня, уважаемые подписчики, подписывайтесь на мой канал, оставляйте эти лайки, да, нажимайте на колокольчик снизу там, который... Лайки, лайки, расписывайтесь на мой канал, нажимайте лайки, комментарии, пишите комментарии. Да. Только нормальный, блядь, пишите. А? С вами был Жорик Вартанов и выпуск с руки базуки, короче. Какой это. С руки базуки? Да ну руки, 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 короче, что ты меня запарил? Что ты делаешь? Да нормально, да выпуск закончу я. А что за с руки базуки? С руки базуки были, это Жорик Вартанов, следующий выпуск будет... Стоп. Что не так, Вася? Ты можешь красиво Вася, закончить все? Ладно, сейчас закончу. Это с вами был Жорик Вартанов, плюс 100-500. Пока. Жорик. Жорик. Что? 100-500 уже есть такой блогер. Ах так, ладно. С вами был Жорик Вартанов, я с вами прощаюсь, а Рудик у нас задний приводной. Что? Подожди, вот что ты несешь? Это я придумал, ты просил. В каждом выпуске я в конце теперь буду говорить. С вами был Жорик Вартанов, а я с вами прощаюсь, Рудик вот у нас задний приводной. Конечно, вот ты гнилой, конечно, дебил.